Да. Так, что вы думаете проходить сегодня? Ну скажи, что... Да, я не буду... Нет, ну, наверное. Давай сразу. Олег, пару слов, что вы думаете про хоккей? Ну, кроме рук! Так, скажите, пожалуйста, что вы про хоккей сегодняшний думаете? Не говорит на русский. А вы что про хоккей думаете сегодня? Про что? Хоккей, как вам нравится сегодня? Как нравится хоккей? Да. Да, нравится. Думаю, выиграем. Выиграем. С каким счетом? 10 не будет, но 8 так обязательно. Ну, я попробую гадать. 6-4. Майя, нормальный болельщик. Что вы думаете про сегодняшний хоккей? Говорите. Про какой? Про сегодняшний хоккей. Отлично. Кто победит? Победит дружба. Кто победит сегодня? Наши должны собраться. Соберутся? Конечно, конечно. А каким счетом? Не знаю. С какой сейчас? 7-4. Что-то в десятке будет. 10-8, что-то такое. Литва кубок увезет, это точно. И с каким счетом? 5-3 сегодня, а завтра 6-3. Так, ну, что вы думаете про хоккей сегодня? Ничего как не игра? Плохо пока. Ну, скажи про хоккей, ну, что думаешь, что нужно для команды? Ну, что нужно? Финансирование, конечно, то есть в первую очередь. Ну, и сегодня, если проиграем, завтра на билетах вытянем. Так, как вам сегодняшний хоккей, нравится? Не понимаю. Нравится? Нравится. Кто победит сегодня? Кусайка. Рокишка. А с каким счетом? Рокишка слоймяс. 7-2. Как переживаешь за родную команду? Да выиграем, конечно. С каким счетом? Ну, с небольшим выиграем. Что вы скажете про сегодняшний хоккей? Победят литовцы. С каким счетом? 6-4. Интересно. Мнение дам по поводу сегодняшнего хоккея. Ну, скажите, кто сегодня победит, как вам хоккей нравится? Так ты лятувишкой тягалим, ты мясо. Ну и с каким счетом вы победите? Дящим, да. Малкус. С каким счетом, как хоккей сегодняшний вам? Литва задавит. Задавит только с песней. И с каким счетом задавит? Я думаю, 7-3 будет. Вы как думаете? Хотелось бы такое. Ну, я думаю, 8-4. Победитель. Литва. Вот вот так. Да, ну нет. Ходит, вот. Как ты думаешь, кто сегодня победит? Конечно, русский день. С каким счетом? 10-6. Маховна, с Рому вожу. Кто сегодня победит? Наши, конечно. Рокиш, что за вопрос? И с каким счетом? 10-4. 10-8. Что скажешь про сегодняшний хоккей? Хороший. Кто победит? Литва. С каким счетом? 6-5. Улыбочка. Так. Что скажете по поводу хоккея сегодняшнего? Ну, я обожаю хоккей, прям как с ним познакомилась. А сегодня как про игру думаете? Только самые хорошие пожелания. И кто сегодня выиграет? Конечно, мы. С каким счетом? 6-3. Так, ребята, что думают, кто победит? Рокишки, конечно. С каким счетом? Увидим в конце матча. А как думаешь, какой счет будет? 6-3. Тебе хоккей нравится? Да? Часто его смотришь? А сегодня кто победит? Как вам сегодняшний хоккей? Ну, хотел бы лучше. А как вы думаете, кто победит? А я думаю, что скорее. И с каким счетом? И как можно лучше пользу. Нет. А тебе хоккей нравится? Да? Часто ходишь? У тебя кто-нибудь играет? Да? Кто у тебя играет в хоккей? Никто не играет. Папа. Папа. А, папа? А за какую команду? Спидней. А папа голы забивает? Как вам сегодняшняя игра? Кто победит сегодня? Кто сегодня победит?
умею на камеру работать. Не умеешь ставки ставить? Как вам сегодняшний хоккей? Нормально. Кто победит сегодня? Дружба. ЛРС сыграл. Кто победит сегодня? Сегодня? Лучший, сильнейший. Кто победит сегодня? Кто-нибудь. Девушки, за кого болеете? За Рокетс. А кто сегодня победит? Рокетс. А с каким счетом? 10-2. Только с домом, с Рокетс, с домом. Тренер у нас дома. Сегодня с домом, на самом деле, с домом, 14-5, с домом. Сейчас мы с Шарлоттой Давидовичем, с автобусом первой, с Мамос.